Обновленный в сезоне 2021 года бензиновый снегоуборщик Deodust 8565 заинтересует покупателя оснащением для комфортной работы. Двигатель мощностью 8,5 лошадиных сил объемом 230 кубических сантиметров. Увеличенный топливный бак для продолжительной работы емкостью 6 литров. Встроенный электростартер с внешним электропитанием запустит двигатель после хранения машины вне помещения. Достаточно нажать кнопку. Сохранилась возможность традиционного пуска ручным стартером. Взаимная блокировка рукояток управления приводом шнека и движения снегоуборщика позволяет оператору менять направление и дальность выброса снега без остановки. Трансмиссия Discomatic позволяет выбрать 6 скоростей движения вперед и 2 назад. На панели управления разместились выключатель обогрева рукояток оператора, выключатель LED-фары, а также подробные инструкции эксплуатации снегоуборщика. Ширина уборки 61 см, высота 52 см. Жесткость конструкции для работы с плотным снегом обеспечена V-образным усилителем между ковшом и редуктором. Составной шнек из 4 сегментов, каждый со своим срезным болтом для защиты редуктора от перегрузки. Двусоставные опорные лыжи из металла регулируются по высоте под свойства поверхности. Для деликатной уборки с тротуарной плитки предусмотрены пластиковые опоры. Уникальная конструкция шин опорных колес по технологии X-Ice – это гибрид гусеницы и колеса с высокими тяговыми и сцепными свойствами при сохранении маневренности традиционного колеса. Это достигается благодаря запатентованной форме рисунка протектора и ширине пятна контакта бескамерной шины. Стальные детали корпуса и снегоуборочного ковша защищены от коррозии специальной покраской. Бензиновый снегоуборщик Deodust 8565 – надежный помощник в снежную зиму.